Приветствую всех подписчиков и гостей моего канала. С вами Елена Смирнова. Я, как всегда, продолжаю делиться с вами информацией. Мое видео носит только информационный характер. 8 числа успешно стартовал проект. Это рекламная площадка MyAdMagnet. Значит, и здесь уже на главной страничке у нас статистика. Более 5000 человек. Значит, 4610 визитов. Здесь последние регистрации идут партнеры со всего мира. И пошли уже выплаты. $668 уже выплачено. Мне задали вопрос, что девушке одной не как бы пакет не купить. Хочу показать, как купить пакет. Ну и заодно, как мы просматриваем рекламку, чтобы нам шли начисления. Минимальный пакет стоит $1. И минимальный вывод на Pair $1 от $1. Здесь мои результаты. Мне вчера был уже на балансе $1. И я прикупила себе пакет. Того у меня уже 6 пакетов в работе. Есть основной баланс, то, что мы пополняем. Этот баланс у нас доступен к выводу. И у нас идет определенный процент на пассив валет. Я никого не призываю вкладывать. Это дело добровольное. Я рискую своими деньгами. Вы же думаете сами, надо вам этот проект или нет. Я зашла на $5 в него. Давайте покажу, как ставить покупать пакет. Вот здесь зеленая вкладочка. Купить AD пак. Нажимаем на эту вкладочку. И читаем вот здесь инструкцию, друзья. Далее. Сюда прописываем реферальную ссылочку. Какой проект мы там будем рекламировать. Да? Ну, давайте я скопирую хотя бы эту. Сюда прописали. Сюда количество пакетов. Сколько вы... Ну, один AD-пакет, $1. 1, 5, 10, что вы. Ну, вот, например, один. Здесь, если вы пополнили баланс, значит, у вас с кошелька. Если у вас на пассив валет, значит, отсюда. Так. Ну, с кошелька. И здесь у вас сумма посещений сколько. И нажимаете купить. Вот таким вот образом мы покупаем пакет. Понятно, да? Сюда ссылка, что мы рекламируем. Сюда количество пакетов. Здесь выбираем, откуда мы будем покупать. И нажимаем купить. Таким вот образом. После чего нам ежедневно, чтобы нам шли начисления, нужно просматривать рекламку. 15 реклам по 10 секунд. Вот здесь это уже синяя вкладочка, самая верхняя. На нее нажимаем. И у нас здесь видим рекламка. Кликаем. Загружается таймер. Это все делается быстро, просматривается. И таким вот образом мы просматриваем рекламку, чтобы нам на следующие сутки были начисления. Если мы сегодня не просмотрим рекламку, то завтра нам начисления не будет. Понятно с этим. Если нас заинтересовал проект, нажимаем веб-сайт. Если нет, нажимаем close. Закрыть. Вот таким вот образом мы просматриваем рекламку, чтобы шли начисления. Ну, в принципе, на этом все. Буду продолжать мониторить проект, естественно, друзья. Пока я понаращиваю пакеты, выводы уже есть. Мне даже вчера попалась рекламка. Парень рекламировал, ну, уже проверил на вывод. $1 выводил, что проект платит. Я же попозже буду выводить, пока я пакеты наращу. Всем удачи, больших заработков. До новых встреч.